Привет, друзья! Вы на канале Макрос. Теплыми майскими днями дома не усидишь. Вот мы и отправились на природу. И по дороге нам попался вот этот большой черный жучок. Вероятно, он относится к майским жукам. Посмотрим его ближе. Вместо старого камыша пробивается в их солнцу молодой зеленый. Он существенно отличается от старого камыша, который мы ранее рассматривали. Маленький, но важный инструмент в домашнем хозяйстве. Вот так выглядит кончик швейной иголочки. Не такой он уж и незаметный. Ушко иголки, в которое попадет любая нитка. Атлантическая скумбрия во всей своей красе. А это уже рыбья кожица. Макрос. Райский плод, гранат. Их привозят к нам из Азербайджана, Узбекистана, Чили, Перу. Поглядим на кожуру. Внутри под толстой кожицей граната прячется множество сочных семян, которые можно добавлять в различные салаты. Увеличим одно сочное зернышко. Растения с колючками, пережившие лютую зиму. Стволы этих растений в увеличении. Вредное и одновременно вкусное лакомство для детей и взрослых. А так наши чипсы блестят солнечным глянцем под линзами. Белее снега поваренная соль. В многократном увеличении это множество кристаллов. Макрос. Раскрылись почки, потянулись к солнцу молодые зеленые листочки. Это поверхность молодого листа. Черный чай из индийских высокогорий так и ждет, пока его насыпят в заварник и зальют кипятком. Его поверхность переливается то темными, то светло-коричневыми оттенками. Куриная приправа, которую домашние хозяйки добавляют в бульоны, супы и обилие прочих блюд. Под микроскопом просматриваются кристаллики соли, сушеные овощи, зелень и прочие составляющие данного продукта. Вкусные солнечные оладушки остывают на подоконнике, дожидаясь сметаны и варенья, а это их поверхность. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал Макрос. Делитесь роликом в сети. Новые видео не за горами.